В галерее художественного музея открыта выставка работ студии Design S. Это своего рода презентация успешно реализованных проектов за последние 3 года. Февраль стал уже традиционным месяцем, когда художественный музей открывает свои двери для самых лучших ивановских студий дизайна. Их работа здесь уже рассматривается в контексте произведений искусства. Реализация как бы получилась 100%, потому как благодарность нашим заказчикам, которые доверяют как профессионалам нам, вот, и получается в таком случае вот такой шедевр, который не стыдно показать на выставке. Самым глобальным по объему проектом за последнее время Владимир считает разработку интерьера 2-этажей административного здания. Самым интересным – дизайн одного из известных салонов красоты. В работе с заказчиками важно выдержать и сохранить фирменный стиль, учитывая и возможность практической реализации проекта. Надо делать проект из существующих материалов. Вот. Это самая главная задача, потому что многие студенты, когда приходят и начинают дуть мыльные пузыри, то из этого ничего не получается. Кроме того, необходимо, чтобы и цветовое решение интерьера отвечало вкусу клиента, создавало максимально комфортную атмосферу. Так, для салона красоты был выбран ярко-зеленый цвет – символ молодости и здоровья. Он должен быть, конечно, функциональным, должен быть красивым, чтобы женщине было там комфортно, в первую очередь. О модных тенденциях дизайнеры говорят с улыбкой. Модно то, что нравится заказчику. Хотя свободу в творчестве он, как правило, предоставляет. Сейчас, как и в моде, модно все. Вот, по стилям от классики до хай-тека. Вот, и совмещение этих стилей, все это возможно. Как бы эклектика, она присутствует в любом интерьере. Выставка дизайнерских проектов, по словам организаторов, ежегодно привлекает внимание ивановских студентов творческих специальностей. Ведь именно они в будущем становятся специалистами в этой индустрии. И, как показывает практика, не только в России, но и за рубежом. Инна Сардейская, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.